Ну, главное, что выиграли, потому что играли очень плохо, если честно. Ну, победа есть победа, поэтому очень доволен. Какие-то у нас либо свежести не хватает, как-то медленно все бегают, такое ощущение. Ну, хорошо, что выиграли, поэтому надо готовиться дальше, к следующей игре, поэтому трудная победа, главная победа сейчас. А Нижний Новгород где-то становится уже принципиальным соперником? Вот такие вот матчи в прошлом сезоне проиграли, в этом сезоне в овертайме, сегодня концовка только решила. Ну, сильная команда, с сильными игроками, поэтому всегда интересно играть с сильной командой. Там хорошие игроки, поэтому всегда идет такая борьба у нас на последней минуте. Проигрываем, выигрываем. Думаю, зрителям нравится, так и сегодня было. Всю игру проигрывали, да, за 5 минут вышли вперед, поэтому хорошо удержали преимущество и, так скажем, везение было еще на нашей стороне. Сергей, поделитесь секретом, какие планы на сегодняшний день, на вечер? Какие? Останавливаться, прям поужинаем, тихо, спокойно, отметим день рождения. Ничего грандиозного. Да, поздравляем еще раз. Вы сказали, не хватает свежести. Это связано с тем, что ряд игроков травмирован? Ну, все в комплексе. Не знаю, что точно связано. Но вот во второй половине лучше играли, чем кажется, в первой. Поэтому, не знаю, надо как-то... Что девочки папе скажут? С днем рождения, папа! Папа! Спасибо, что вас Сергей, часто вообще приходил в свой день рождения играть, и в этот день чаще побеждаете или проигрываете? Ну да, были. Помню, что в день рождения много игр было. В основном, наверное, выиграли мой день рождения, поэтому сегодня тоже у тебя был шанс, что мы проиграем. Но рад, что выиграли, команда боролась, все, кто выходил на площадку. Поэтому лучший подарок, наверное, не может быть.